Дорогие друзья, прошу меня, пожалуйста, извинить. Иногда что-то мне микрофон начинает барахлить. Прошу прощения за такое качество звука. Я уже только на монтаже заметил. Короче, извините меня, пожалуйста. А с заказчиком мы потом на Boosty переговорим. Пишите. Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим ролик, который заказал вот этот вот пользователь R Анатолий B. Анатолий прислал 650 рублей и покрыл комиссию. Анатолий, спасибо большое. Он прислал ссылочку и написал: а вот подборка более приятных уху, приятная уху, от близкого и уже знакомого к новому старому. Дип, наверное, да? Наверное, дип. Для красной панды. Ну хорошо, приятно, приятно. Так, в общем, плейлист называется «Для красной панды». Так. Око веселья зла. Три видео скрыто. Это, обратите внимание, три видео скрыто здесь. Так специально сделано? Или, может быть, мне просто недоступно? Подумай, если так, то ты напиши в комментариях, напиши хотя бы, я отдельно дозапишу их. Это другое. В общем, видишь, да? Три видео недоступны. Па-па-па-па-пам-пам-пам-пам. Начинаем. Так, от великого Эля. От великого Эля. Называется лайк. Не записать. Опять же, Лжедмитрий. Так. Да, дип. Все-таки это был. Это дип, да. Я уже, да, говорил, не говорил. Ну, короче, ссылки внизу в описании есть, если кто хочет заказать также ролики. Хвойный аромат, ты краще меня выманил из сна. Как попал сюда, причина незрима, не ясна. Мотаю гнидой круги, дремучи криви тайги. Сил хватает, чину слуги, есть ключи, тени таких. По варикозу корневых систем подойдет комариных сопрано. Я босиком туда, где виден светом уют, говорит о сакральном. И силуэт человека парит над огнем, и в мучениях об неге умиротворен. Будто ждал меня до рождения, чтоб завести разговор. Последний оплот, мой костер в океане моя. Там за ним непроглядная тьма. И во тьме той петляет тропа, этот лес как бескрайний Кавказ. Пики ели торчат как рога, и не выжить без проводника там никак. Только вот из котла поднимается пар. Скорее попробуй отвар. Мой эликсир — это игла, в мироздание ткани. Его возьми и пей до дна, пустошая глотками. Да озарит тебе искра, будто бы камень, а камень. Закрой глаза и ступай к мирам, что смертны. Ой, я только что заметил, это все эти... Все религии мир, религии, типа. И не достанет руками. Путник очутился в сумрачном лесу ты, где демоны неведению скалят зубы. Я дам ответы на вопросы в изобилии. Выпей это зелье, стать позволь твоим Вергилием. Закончилось, что ли, уже? Сердце бьет азбук и морзе. Вопрос, что ты наделал? Для этих вибраций проводником не создано тело. Но подпевать его паники мозг счел нерезонным. Выдохнув страх, я стал параллельной чертой горизонта. Небо закатали рулоном калейдоскопы, связали ермом запад и восток. Чего сегодня и завтра сплели косой. Вот на патронный коллайдер в поле Азой. Над всем этим бесконечной рекурсии и глаз вселенной безупречена грусть. А меня уже глотает пресловутый тоннель, в конце которого сготовил место путника Мэй. Это твое второе рождение, прошлая жизнь на том фоне лишь тени. Ярким мгновением к новому знанию тебе откроются двери. Времени ход нестабилен, он то ли рывок, то ли сломо. Поменяем пол и потолок, готовься подниматься вниз и падать наверх. Это место в голове переставит у тебя все наоборот. Свет невиданных миров, мерцающий вдали, будто луч от НЛО, что уносит прочь от земли. Масштабы за гранью нормы, галактики как фотоны. Мириадами огоньков они падают на ладонь. Увидь вселенную такой, как око. Про галактики как фотоны, это ролики недавно заказывали, скоро выйдет у меня. Прошу обратить внимание, вот на вот этот ролик, когда выйдет, посмотрите, кому вот.
Это пипец, конечно. А, или он уже вышел. А, он же, наверное, выйдет. Он же, наверное, выйдет, когда вы это получите. Увидите, уже выйдет. И да, я вот когда вот вниз только опускаюсь, это не в телефоне сижу, а просто я думаю, это вниз опускаю. Я просто не смотрю на монитор, я глаза, поднимаю глаза, как будто я на эти колпасу опустился. Я просто пытаюсь вслушаться и вот вниз смотрю на клавиатуру. И я вот разом повторяет. Элля, ока Элля, всю вселенную такой, как ока Элля. Увидь вселенную такой, как ока Элля. Ока Элля, всю вселенную такой, как ока Элля. Между мной и персонажем не стерты, и мы сидим на подоконнике в окне четвертой стены. Пришел особый порядок, даже воздух стал симметричным. Обманутый мир через кесарь и вайсторг. Твою личность, исходный код бытия тут вроде расы. Каждое сказанное слово рождает новый язык. Божественный конструктор с неосмысляемыми базами. Теперь мой экзоскелет, и я ему не хозяин. Но в этом свобода воли, теперь я судьбой доволен. И тело не гложет боли, сплетение заботы. Эль показал мне на миг свой град, сдалека осенив, что слепотой своей его я опровергал. Орды цензоров сзади, а ты грязных рук окрадина, чтоб не черпать в ком-то кроме тебя свою легитимность. И ходит твой голос в ответ, пока я не заслужил. Позволь остаться и стать в твоем механизме одной из пружин. Но ты все еще в лесу, и вокруг лишь одна тьма. Слышишь этот хруст, там под залежами мха, под ногами черепа тех, кто не дошел. А твой трип укажет путь, как ведь... Все-таки это про наркотики. День и сна. Следуй по нему, чтобы добила тропа к белокаменным вратам. Только верь душой. Вокруг восстал белоснежный зал, ослепив глаза, за руку взял. Властный свет меня, яркий как квазар. И хоровод существ приветствовал, как шумная река. На диалекте еще не придуманного языка. Добро пожаловать к нам, и пускай ты тут пока что просто танатанавт. Пока обратно не потянут канат незримые пальцы, ты будешь проживать тут жизни своих инкарнаций. И ты с нами сейчас будешь до и после. Ты часть чего-то большего, чем плоть и кости. Если мы это бескрайний космос, то ты одна из звезд. Спокойствие, нирвана, умиротворение. С теплыми тонами, так как будто измерения рисуют акварелью. Вокруг моря безудержной энергии, в котором ты по сути батарейка. Это музыка вселенной. Ее вкус на языке, себя почувствуй синестетом. Ее впитывай до капли через звукопоглощение. Ты пропустишь через тело этот залп шальными пулями крещенно. И ты найдешь здесь все, что утеряно. Тут вся энергия и вся материя. В океане без дна и без берега, где твой разум останется на века. Растворится, как небо с землею сольются. Вдали градиента в первичном бульоне, что дал человеку костра. Ты был последним ингредиентом. Это, как говорится, если дать человеку рыбу, он будет сыт один день. Если человеку дать арбуз, он будет сыт весь день. Вы поняли, о чем речь. Есть смысл в другом. Если дать человеку рыбу, он будет сыт один день. Если дать человеку удочку, он будет сыт всю жизнь. Всю оставшуюся жизнь. Если человеку дать огонь, блин, это жестко, конечно. У него будет тепло. Один день. Если его прижечь... Черный юмор такой. Если его пролить бензином и поджечь, ему будет тепло всю оставшуюся жизнь. Это черный юмор, я же говорю. Извините. Так, это извините.
развитии. Кровать! А, зеленый апельсин, точно, я думаю, голос знакомый, это Грин Апельсин, да-да, хорошая певица, мне нравится, классно поет. Особенно мне нравится у нее песня, здесь есть такая песня? Вот, кажется, опять она, нет. Проклятие русалки, моя любимая песня у нее. Точно, слышишь, голос знакомый, это зеленый апельсин все-таки. Вдруг он все услышит. Тварь из ее кукольных глазниц, она злится и под действием. Чарующий зизики в гипнозе снова подчинится старый бубенмейстер. Он похищает детвору из темного двора, каждую полную луну кормить пора. Духа внутри марионетки в череде своей он с куклой запирал украденных детей на чердаке. И едва он свечу руками тушит, в ту же секунду дети корчатся от ужаса, как тараканы в луже. Это кончится к утру, и кукловод, вернув контроль, найдет очередной окоченевший труп. И через неделю-две на новой ярмарке опять смотря его паноптику в передвижном ларьке, вдруг неожиданно найду за витрины на виду восковых фигурок больше на одну. У него всегда песни такие своеобразные, жестковатые. Ну, я не то, что про все слышала, но вот, что «Проклятие русалки», что вот этот. Достойная песня, приятно слушать. Голос хороший, молодец, песня прикольная. Смысл, конечно, такой тяжеловатый был, конечно. Я не до конца понял, но все равно там про этих. Что-то жестко очень. Ну, мне понравилось, спасибо. Большое. Зеленый апельсин, как всегда, молодец. Зеленый апельсин, как всегда, молодец. Тут у нас дип идет. Шум! Him Trail. Пример трека. Лайк. Как стоит? Походу клипачок смотреть надо. Так, походу смотреть здесь. Землею я двигаю солнце курсором прямо над горизонтом, над зоной 51 и в окружении.
между льдами Антарктида. Билл Шепард. Курсором прямо над... Не Шепард, как его? Билл. Билл. Горизонтом над зоной 51 и в окружённой льдами... Или Шепард его звали. Я помню, что это Билл. Антарктида, обманутый мир, я подселил рептилоидов, масонов, наладил режим. Я наблюдаю за вами годами, глазами гадалок. Я виновник Содома, наставник Саддама. Та самая змея, что живет со времен создания Адама. Раздаю плоды фантазии, но дьявол в деталях. Я идол, но они мне не признаются в любви. На мониторе открыта программа запуска. Влюбим завсегда-то пиццерии, не настоящий, как твой глобус. И со мною комит пинг-понг, лос полос. Я рожден из массы теорий, я прямо как американские боги. Выбран большинством, большинство конспирологии. Мне до Христа... Я только хотел сказать большинство конспирологии. Я думал, про конспирологию просто твою песня. Это какой-то про отдельную, наверное, теорию конспирологическую. Далеко, но и без ваших икон я собирал большую паству, чем Один. Ваш мир — это проекция, фальшивка. Концлагерь, как Освенцим, у фашистов. Вам привет от Билла Гейтса с белым шифром. Как зверей за шкирки, возьмем всех твоих кумиров и заменим их на лживых. Прием, прием, ватчик пока что выдает помехи. И ты слышишь голос в голове, да кто тебе поверит? РЕН-ТВ, сокращаем рептилоид, будет рэп. Руки вверх, все для меня президент. Цукерберг. Это трек о химтре. Три шестерки битры. Тебе мозги не помогают шапочки с фольги. Это трек о химтрейл. Три шестерки битрейл. А бабульки, что, шапка из фольги была, да, на голове? Это реально шапка из фольги? Я чуть не придал значения сначала. Тебе мозги. Ну просто цветокоррекция, цвет такой, ну, стиль такой рисования есть, ну, что не поймет, что, непонятно, что это фольга. Не помогают шапочки с фольги. Это трек о химтрейл. Три шестерки битрейт. Плавить тебе мозги. Не помогают шапочки с фольги. Так как ты появился и до гроба смотришь тизер Вавилона, телевизоры, кино. Нам не нужны в реальной жизни все знакомо, все сюрпризы, постановы. Дайте Оскара всем кризисным актерам. Это настоящая мелодрама. Но когда я читаю, напалмом летит в микрофон мой демон. Когда я выхожу в круг, он превращается в горящую пентаграмму, как Пентагон в 01-м. Я будто третий небоскреб, что разъеб сделал. Они обо мне узнали из новостей с опозданием. Но не все, я номер один, но обо мне говорят неохотно, так словно я здание номер 7, голограмма мессии. В небе зависла Great Reset, уже близкая агента 30. И агенты без лица, стадо овец не боится. Их в темный угол мы заманили. Я взамен терроризма, новая пугала, пандемия. Ты хозяин судьбы, типа ты свободен, да? Отвечаем на это мы, тебе просто громким ха. Я не знаю, кто дал тебе такие установки, раб. Но здесь погоду делают лишь установки харп. Это порядок из хаоса, нам закон так велит. Народ как хорн для элит. Взять и потом поделить, как за окном. Очень-очень похож. Многоточие, по-моему, очень прям вот такой мотив такой. Я не знаю название песни, знал бы, вставил бы. Прям вот очень мотив. Сейчас еще раз. Какие установки, раб, но здесь погоду делают лишь установки харп. Это порядок из хаоса, нам закон так велит. Народ как хорн для элит. Взять и потом поделить, как за окном. Многоточие, вот похоже очень такая песня. Это... Очень по мотив прям похож. Не помню, я просто не слушал группу эту, мне очень нравится, но кое-какие песни хорошие. Дом тебе вид, там культ науки и смерти, а мы не сукины дети, нет, мы потомки лилит. Это трек, как дипфейк, три шестерки Дисней. Плавят тебе мозги, не помогают шапочки из фольги. Это трек, как химтрейл, три шестерки битрейл. Тебе мозги не помогают шапочки с фольги. Это трек о химтрейл. Три шестерки битрейт. Объективная реальность. А битрейт, ё-моё, три шестерки битрейт. Недоступна нам по праву, потому что разум — это лишь иллюзии, голограммы. Образ врага рисуют испорченный разум. Пока сыны анальцы разносят магазы. Наше восприятие как полотно Пикассо. Mm.
Ладно, я не промолчу. Разбит мозаик, выходит уродливый пазл. И пускай они боятся монстров под кроватью клоунов. Бабая, микроволновок и вай-фай. Чтобы клятые масоны не забрали твою жизнь. Тащи стакан с адренохромом прямо к станции 5G. Это про определенную конспирологическую теорию тоже. Химтрейл. А, химтрейл, это же была тема такая, химтрейл, точно, это же была конспирологическая теория, ё-моё, это что до меня дошло? Это же теория была такая, химтрейл, что типа в ТикТоке, по-моему, форсилась тема эта. Да, там, там вообще такие шизики были. Там под снегом, хорошо. Так, лайк. Товарищи, верить в хорошее, даже пейзаж ощущается мертвым. В прошлом году ели только замерзшие, в этом году доедаем замерзших. Юг словно лишнее надпись. Блин, ты жесткая, жестко, ладно. И знакомое слово тепло, это что-то из прошлого. Вот произнес и немного поежился, но ведь пустое, как будто бы полое. Будто бы не было мира без снега, будничные не были белые степи. В термобелье холод собачий, наш модельер. Молодость должна цвести, но какая мини-юбка в минус тебя ждет цистит. Сними с меня страх, как слой одежды. Вытащи на свет костра, я соберу валежник. Проведи сквозь ледоход безбрежный. С перевала Дятлова к мысу доброй надежды. Ай, земля тебе пуховиком, братик. Отличное трико, превосходный ватник. Давай вместе смотреть, как замерзнет весь мир. Нас достанут из снега с приходом весны. Песня красивая и в то же время жесткая, блин. Снег растает, выпадет заново, накрывая мир, будто савана под ногами. Лед и песок наши следы к утру занесет. Снег растает, выпадет заново, накрывая мир, будто савана под ногами. Лед и песок наши следы к утру занесет. Песня приятная, очень такой, хорошо поется. Просто о чем поется, это как-то уже, блин, отдельная история. Так, давайте так называется, давайте так, сказки. А, это есть сказки. Thank you.
Я вот не понимаю, как в нос все вставлять, вот это самое. Не мешает вам в носе ковыряться, нет? Кольца всякие. Особенно на морозе, блин, мне кажется, отморозится он нахрен тебе. Ну, понял, да, чё? Лежите ягоды, ягоды волчьи. Нюхать не надо, отвалится нос. Подумай об этом как следует, думай, советую молча. Я тоже не верил, пока не подрос. Когда у тебя под ногами квадраты, ходи по ним, не наступай на швы. Один человек наступил и пропал на неделю куда-то. Потом его встретили без головы. Это не сказки, такие мрачные края. Одним лишь видом вызывают испуг. Угрюмые краски могу разбавить только я. Навеки твой воображаемый друг. Здесь небезопасно, здесь небезопасно, здесь небезопасно, здесь. Забиты гвоздями рамы, завешены тряпками все зеркала. И свечи не стоило жечь ради вызова пиковой дамы. Гаси их скорее, пока не пришла. Всего полчаса до рассвета осталось. По полу стучи, если падает нож. Я тоже считал, что родители врут, а потом оказалось, они просто путают правду и ложь. Но это не сказки, такие мрачные края. Одним лишь видом вызывают испуг. Угрюмые краски могу разбавить только я. Навеки твой воображаемый друг. Ведь это не сказки. Песня, я хотел сказать, я не стал вас прерывать, прикольная песня. Про эти, про суеверия, про всякие. Потому что родители говорят, они не врут. Они просто не знают. Ну, неплохо. Ну, прикольно было то, что в том плане, что... что... все те, кто ее преследовал, лесу, сидят здесь в доме в этом. Прикольно, прикольно. Кто главный растаман страны? Не знаю даже. Мне кажется, этот... пожизнёвник. Так, Марлины. Комментарии развития. Для продвижения. Кстати говоря, она же, вот простите, что запрещено все это дело, телодвижения наркоманские. А вот эти дудки не поспокойно продаются в любом вейп-шоп, зайди, вот такие вот штуки. Какие хочешь, блин, там, мне кажется, оперативнику стоит только и записывай, кто что купил. А лучше записи с камеры сделать самое. Кто там в чём покупал, показывай. Кто главный растаман страны? Кому женщины и деньги не нужны? Кто волосы совсем не стрижет? И Вавилон жжет, Вавилон жжет, Вавилон. Он черпает знания из книг. Он мудрый.
крепости надежный проводник. Он аскет и дух его силен. Уж кто-кто, а он жарит Вавилон. И так главный растаман это Вассерман. Это Вассерман? Я до последнего думал, что это просто похоже очень на него. Оказывается, да, это супер него, блин. Его потайной карман. У него есть план, у него всегда есть план. Мистер Вассерман, you my number one. Еще раз, главный растаман, это Вассерман. Что хранит его потайной карман. У него есть план, у него всегда есть план. Мистер Вассерман, you my number one. Вы скажете, вот это поворот. Как вообще такое в голову придет? Но факты за себя говорят. Он за легалайз, он давно за легалайз. Брат, ты попробуй. Я не знал, что он за легалайз. Анатолий, обыщи. У него всегда припрятан добрый щит. Я секрет раскрою, Джа меня простит. Он в собственных карманах и растит. И так в собственных карманах растет, но его карман столько же, да, может быть, и растит. И вообще, я считаю, что люди, которые за легалайз, не очень здоровые люди. Или не понимают, чего хотят, или они сами просто нездоровые люди. Или они просто специально хотят угробить людей. Это вот. Короче, я против, я полностью против, поддерживаю, против легалайза наркоты. Карман — это Вассерман, что хранит его потайной карман. У него есть план, у него всегда есть план. Мистер Вассерман, you my number one. Еще раз, главный растаман — это Вассерман, что хранит его потайной карман. У него есть план, у него всегда есть план. Мистер Вассерман, you my number one. Честно говоря, всегда было интересно, что он в своих карманах хранит этот роман. Нет, мне рассказывали кое-кто, люди, что он показывал, что у него в карманах есть. Не, я вам не скажу, что. Это будет моя маленькая тайна. Да, он в своих карманах сам его и растит. В его карманах можно действительно растить. Сигма. О, Сигма. Меня тоже Сигма называли. Какие хорошие люди. Звонились в клинику доктора Курочкина. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии, вам ответит первый освободившийся оператор. Если хочешь, как у Крамника мозги, не затягивай в клинику беги. Крамник. Знакомый кто-то, это шахматист, по-моему, Крамник. Там есть мозг, как у Эйнштейна и Кюри. Но такие, посмотри, у инстадивы стрири. Можешь выбрать сразу и размер, и цвет. Он прослужит не один десяток лет. Вижу, ты уже от радости кричишь. От реальных малыш их вообще не отличишь. Силиконовый имплант головного мозга. Салют, а новый тренд, степ, пока не поздно. Силиконовый имплант, да ты не шаришь. Это реально была тема такая, что-то смотрел ролики там про людей со всякими, ну, с отклонениями, типа, я не помню, как там правильно. Короче, мужик, уже пенсионер был, уже старенький, взрослый, пришел к врачу, под сраку лета, как говорится.
КТ надо было сделать или МРТ, что-то такое. А у него там вообще мозг высох нахрен, у него там мозга реально не было. Там был что-то маленький, какой-то участок мозга. А он прожил спокойно. Я не помню, что случилось, почему так произошло. Короче, мозга не было там вообще у него в телепушке. Я не помню, там всякие прикольные, ну, нравятся такие ролики, всякие факты. Там, когда у человека, как это называется-то, в грудной клетке, типа, проросла, сосна проросла, блин, как у девчонки килограмм волос вырезали из желудка. Ну, такие вот факты они вроде, ну, одновременно и мерзкие, и интересные пипец какие. Новый тренд, ставь, пока не поздно. Силиконовый имплант. Да ты не шаришь. Силиконовый имплант. Я все к чему говорил-то про мозг? Просто некоторые люди без мозга живут. И вот в моем окружении их много таких, походу. Их мозг высох вообще. Они, в принципе, не пользуются, я так подозреваю. Некоторые даже и не пользуются никогда. Так что им силиконы и имплант им самое то. Прям. Вот верный вариант. Песня очень даже хорошая, да. Под обоих полушарий. Вот решение для всех твоих причуд. Папик, я себе такие же хочу. Мода есть и нужно успевать за ней. Ты в глазах других людей сразу выглядишь умней. На тусовках Академии наук постоянно будешь слышать этот звук. Это вот, знаете, вот когда смеются, например, там вот Ольга Бузова, например. Я просто ее вот вспомнил, просто я смотрел недавно обзор на нее. Рыныча, поэтому на ум пришла мне. И типа там вопросы задавали, что она не умный человек. Но она, подождите, она прославилась за счет каких-то своих докторских диссертаций, каких-то умных выражений, да? Она, я, честно говоря, не знаю, за счет... А, Дом-2, она за счет Дом-2 прославилась. Ну, все, только за счет Дом-2 она прославилась, она там же не... Не знаю, что она там делала, ну что-то она прославилась не благодаря же этому, да, она глупая. Вот взять Качков тоже, Качки, они тоже не сверкают мозгами. Но если взять его, поставить в свою категорию, там, жим-лёжа сделать, например, он сделает такой вес, что там, ну, грубо говоря, мировой рекорд побьет. Но не сможет диссертацию написать, какое-то умное дело. Поэтому каждому свое. И как Ватоп, канал Ватоп очень круто рассказал, они, типа, ученые проводили эксперименты, типа, или, я не помню, короче, доказали научно, что у мозга вот, ну, импульсы же, мозг, белок там, импульс, как я не помню правильно, они там, ну, короче, у мозга у него ресурс тоже ограничен, не может все делать. То бишь, мозг может быть или, человек может быть или очень умным, или очень сильным, или может быть сбалансированным, как я, например, такой вот. Ой. Вот этот желудочек мой дал себе знать. Или как я, ну, или как я быть таким же идеальным, сбалансированным. Да. Вы поняли, да, к чему я веду? Что ничего страшного нет, что человек, ну глупый, да, глупый, чё? Лучше сисек и легу, что трясутся на бегу, не коснётся ваших сказочных фигур. Силиконовый имплант головного мозга. Не так, я вспомнил, к чему я начал. Здесь контекст был такой, что будешь казаться всем, сможешь всем рассказывать какой-то умный там в компании. А может быть, есть компания, где и не нужен твой интеллект. Есть компания, где просто хотят люди рассказать, как он рыбу поймал, какой шашлык пожарил, какой он вкусный был, какой он был невкусный, как кому-то морду набил, как ему морду набили, например. Ему хочется просто отдохнуть, расслабиться и мозгом, и телом, и все это. Хочется истории порассказать. Хочется самому, во-первых, выговориться, послушать других людей, что они думают об этом, его истории, какие были у них истории. Это очень полезно иногда бывает, да. Мозга, абсолютно новый тренд, ставь, пока не поздно. Силиконовый имплант, да ты не шаришь. Силиконовый имплант, обоих полушарий. Силиконовый имплант головного мозга. Абсолютно новый тренд, ставь, пока не поздно. Силиконовый имплант, да ты не шаришь. Силиконовый имплант, обоих полушарий. Опа! Шаришь, силикон.
слышал, кстати говоря, может быть, реально когда-нибудь сделают, как называется, синтетический мозг какой-нибудь, да, воспроизведут его, там часть мозга может быть заменить, и ты будешь сверхпипец умным. Который, я имею в виду, который мыслительный, за мыслительный процесс, который отвечает, который тебе будет помогать. Не который за тебя будет принимать решение, а который будет помогать тебе. Допустим, ты раз там вспомнить что-то пытаешься, раз чуть-чуть у тебя выдал сразу. Что-то там, там, число пи, например, хочешь понять. Чук, у тебя там 12, первые 12 цифр числа пи. Чук, вот, вот тебе сразу 12 цифр. Так, давайте так, спам лайк. Это такие синяки или тени для век. Век живи, век учись, помрешь дураком. Русскую тоску мы все впитали с грудным молоком. На шелковом пути нашел тебя наш караван. Вот ароматические свечи, пена для ван. Давай реветь, ведь кто слабее, тот и прав. Давай бояться вместе, я котенок по имени. А, это не хоть, это накладки. Я думаю, это монтаж. Припевы прилипают, будто к зубам и риска. Мы шампанское пьем безо всякого риска. Деньги брызги мы, но небо не унесем. Ни о чем жалеть, кроме привычки жалеть обо всем. Без пирчи. Нет привычки, кроме жалеть обо всем. Но актеры не выйдут на бит, что на барабане револьвера. Ура, сектор приз, пока слова убиты. Битвых теряют вес, давай играть в преферанс на интерес. Без нулей нет единиц, а без единиц нет нулей. Нам пора отпустить синиц, нам пора ловить журавлей. Звезды лучше видны с крыши, полезай, проверь сам. И так ждал... Кресло, как у меня прям было. Этот знак свыше, но отметил его как спам. Все это время ты прожил по образцу, но теперь шкуру волка пора надевать на овцу. Как по канату ты шагаешь по линии старта, выберем финиш наугад, зачем тебе карта? За дверью вся земля без законов и правил, сегодня нам повезет, сказал Глоба Павел. Положи телефон, встречи дороже звонков, холод придумали продавцы пуховиков. Производители пилюль придумали боль, непереживаемый сто раз делили на ноль. В правой руке держали вилки, в левой ножи, на перегонке бежали на последние этажи, женам чужим задирали юбки. Наши планы ничего не стоят, нужны поступки. Ты пойми, кто-то должен встречать. Да, древо судит по плодам его, все правильно. От рассвета я представил, он придет, и никого нет. Без нулей нет единиц, а без единиц нет нулей. Нам пора пустить синиц, нам пора ловить журавлей. Звезды лучше видны с крыши, вылезай, проверь сам. Ты так ждал этот знак свыше, но отметил его как спам. Без нулей нет единиц, а без единиц нет нулей. Нам пора отпустить синиц, нам пора ловить журавлей. Звезды лучше видны с крыши, полезай, проверь сам. Ты так ждал этот знак свыше, но отметил его как спам. Типа какие-то супергерои ходят, помогают. Не, концовка, да, понятно, что к чему все это, что
Что люди, короче, за своих делах засиделись и не могут оторваться для того, что действительно важно, или не могут сделать то, что нужно. И типа, что ты смотрящий, говорю, как зритель, пора тебе вырваться из этого. Хорошо сделано, хорошо. Цветокоррекция, конечно, поработать бы не мешало бы. Ну, может быть, специально так сделано. Так, мама, я люблю тебя. Аникунцак. Хорошо, хорошо. Комментарии для развития. Так, это чувствую, я меня не пропустит YouTube такое. И что на бусте выложу? Come on. Кокаин. Мама, я люблю сатану. Осуждаю такой еще, кокаин любит он. Мама, я некрофил. Мама, я предал страну. Мама, я люблю тратить деньги на шлюх. А все потому, потому что я крут. Я крут. Я крут? Потому что я крут. Я крут. Я тут чё подумал, не будь плохих девочек, кто бы снимался в порно, не будь плохих диктаторов, о чём писал Орвал, не будь паузерн рэпа или рок-н-ролла, не осталось бы сейчас на свете ничего святого. Чего у всех этот Орвал, блин, представь всех ему, оставьте его в покое уже, а, это 8 лет назад было, ну ладно. Ладно, да ладно, ему простительно, хрен с ним, он, это просто сейчас все, сейчас с каждого утюга, везде, везде всё у них Орвал, хоть почитайте его, блядь, чё он писал. Если бы не было жриц любви, давно пошел бы по пизде институт семьи. Как и весь мир, огромный воздушный шарик, давно бы лопнул от похоти и воздержания. Никого не жаль, но дай бог здоровья, занятым потреблением и наркоторговлей. Они живут без заботы, проблем, пусть и недолго. Плюс детишки знают, что такое ломка, просто комбо. Глядя на чужие ошибки, можно сделать все иначе, чтобы никогда не совершить их. Но, к большому сожалению, мы так не умеем быть плохим примером. Я сейчас сначала не придал значения то, что рисует. Я думал, просто, ну, просто как декорации делают, просто рисует. А какой-то круг нарисовал, как в этом. Ви. Мама, я люблю кокаин. Мама, я люблю сатану. Мама, я не красил. Мама, я предал страну. Найдет под кроватью твой циркуль и ритуальный кубок. Все. Неделю без мультиков. Че? И быстро в угол. Сначала пары, уроки, школа и универ. А потом уже игрушки, девочки и Люцифер. Coca-Cola, Procter & Gamble, Unilever, Valent, Ютани, Кронос, Skynet, не Umbrella. За каждой яркой тарой и разноцветным фантиком стоят плохие парни в академических мантиях. Кто круче? Бронтозавр, пасущийся в поле. Трицератопс или диплодок на водопое? Я выбираю Чирекса. Не, ну а че, он тупой, здоровенный, зубастый, злой как черт. Если ты 5-5-5, то 6-6-6. Если ты 6-6-6, то 6-6-6. Всем нужны герои, но я их в упор не вижу. Быть плохим примером тысячу раз пизже. Мама, я люблю кокаин. Мама, я люблю сатану. Мама, я некрофил. Мама, я предал страну. Мама, я люблю. Потому что я крут. Ну, прикольно так, прикольно. Чувствую, что мне не пропустит YouTube такое. Кажется мне почему-то. Ну ладно, если что, на это залью. На бусть залью. Так. А,
Да какие спам, блин, я разные комментарии пишу, блин. Ладно. Просто комментарии пишу. Ну, хрен с вами тогда. Или еще не буду писать комментарии. Я весь год себя вел хорошо и с соседями был так шел, и словно ангел теперь чего еще? И вот наконец мой час пришел. Я пролистал не один журнал и в интернете часами искал свой идеал, и теперь мои грезы я пишу в письме Деду Морозу. Дед Мороз подарил всех подряд. У меня есть конкретный модельный ряд. Мощный бампер или менее мощный зад. Это то, чему я особенно рад. Нужен также глубокий актерский талант или умелые руки, как вариант. И чтобы трюки по замыслу режиссеров делали сами без каскадеров. Так что, дед, ты там никому не доверяй и заранее сам всех проверяй. Сигаретку откурит. Ну ладно, осуждаем, если что. Если что, осуждаем, блин. А, все. Последний был. Ну ладно. Ну и ладно. Ну прикольный, прикольный был. Местами прям, да, так повеселее был, чем предыдущий плейлист. Предыдущий был какой-то прям очень замороченный. Ладно, друзья мои, вот такая вот сегодня у нас с вами получилась реакция. Понравилось, нет? Напишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты, будьте клёвыми. И всем пока. Делай как по кайфу, родной, только в рамках дозволенного.